Дорогие друзья, я всех вас поздравляю. Сегодняшним вечером неожиданно случилось знаменательное великое событие в истории современного Башкортостана. Нас добровольно покидает глава республики Рустем Закиевич Хамитов, о чем он сообщил сегодня на неочередном заседании правительства. К сожалению, Рустем Закиевич и последним своим решением подложил свинью жителям Башкортостана, лишил их возможности загодя запастись шампанским и салютами. Я надеюсь, что завтра республика полноценно отметит это событие, несмотря на пятничный рабочий день. Заведения будут переполнены, массы гуляющих будут праздновать это событие. Вообще, конечно, мы все этого давным-давно ждали. Мы напрягались от того, как запуталась ситуация в последнее время и сколько всяких слухов вокруг этого события бродило. Хамитов ушел позорно в выходной день, тихонечко к вечеру сообщив об этом, значит, о своей отставке, о своем добровольном уходе. Все мы прекрасно понимаем, что это никакой не добровольный уход, он до последнего цеплялся за власть. Буквально на днях еще в госсобрании он там бодро сообщал о своих планах и намерениях, обманывая, по сути, народных избранников государственного собрания. Вот сейчас мы стоим около Белого дома, окна горят, несмотря на поздний вечер. Видно, что горит и окно Рустема Закиевича. Видимо, он собирает скрепки, ручки и карандаши, которые собирается унести с собой. Я бы еще отметил такую вещь, что очень важно, чтобы Хамитов не отбегал далеко от республики, потому что я надеюсь, что те вопросы, которых уже накопилось очень много у правоохранительных органов к нему лично, к его администрации, к его веселой семейке, эти вопросы будут заданы. И не просто вопросы, а положенные по закону действия случатся. Я надеюсь, что бюджет республики все-таки что-то получит обратно из того, что было уведено из него этим как бы образованием, этим сообществом людей. Мои неискренние соболезнования приближенным к Хамитову. Вся эта осиротевшая банда сейчас, видимо, в панике бегает, советуется и созванивается, как же им жить дальше. Мы уже упоминали о том, что всякие Айгуль Гареева и прочее, значит, родня и полуродня, продвинутые во власть, теперь здесь останется ни с чем. Я очень надеюсь, что этих людей максимально быстро вычистят из конструкции власти Республики Башкортостан, потому что то, в каком положении осталась республика на данный момент, это недопустимо. Нужно срочно что-то делать. И человек, который придет на должность главы республики, конечно, не позавидуешь. Наследие Хамитова существенно хуже, чем наследие Рахимова. Решили собраться, все-таки праздники, День Республики, и еще два дня праздник, что Хамитов уходит. Вот решили собраться. Не знаю, что дальше будет, кто приедет и какими целями. Если ради Хабиров, то он же все равно ишимбайский. Надеемся, что он будет отстаивать интересы местных жителей. Позвонили мне, сказали, давай приходи. Посмотрим, что там. Я не могу быть оторванным от своего народа. К ходу Хамитова я отношусь двойственно, потому что я считаю, что в Хамитове было слишком много человеческого. И вот человек из него выпирал для этой должности. Он не был машиной, со своими слабостями, которые вот он не умел прятать или просто не пытался, но я к нему положительно отношусь, я лояльный Хамитову, скажем так. Просто, ну, не повезло, оказался не в том месте, не в том времени. Такое мое отношение. В Хамитове вот внятности не хватало. Нам нужно понимать, что мы делаем и куда мы идем. После того, как радостное известие облетело Уфу об отставке Рустема Хамитова, я бы сказал, даже о его побеге из Белого дома фактически,
у памятника Салавата Юлаева случилось такое импровизированное празднество. Люди собираются со всей Уфы, танцуют, играют на всяких музыкальных инструментах. Вообще, конечно, феноменальное явление. Надо же, до чего нужно было довести людей, чтобы они праздновали уход своего губернатора. Это вообще, конечно, феноменально.